Итак, снова здравствуйте, это снова Дмитрий, он же курящий из окна, и сегодня, 7 февраля, скажем так, у вас еще немножечко попозже, пока я все это смонтирую. Но так или иначе, вышло дополнение, второе сюжетное дополнение к Atomic Heart. Собственно говоря, оно должно раскрывать основную концовку игры, продолжение основной концовки игры, хотя вот не помню. По-моему, вообще какой-то такой более-менее хорошей-то концовкой является то, где товарищ Нечаев посылает всех нафиг и едет в отпуск. Но это абсолютно не напрягающая концовка, а напрягающая концовка — это, собственно говоря, та, где дерешься с близняшками, и потом тебя уносят в не очень светлое будущее. Вернее, оно как раз светлое по отношению к остальной игре, но такое немножечко неприятное, как кажется. И узник Лимба, вот он здесь рекламируется, он у меня есть, потому что я покупал Season Pass и так далее. Кстати, меня удивило, что должно быть еще как минимум два сюжетных дополнения. И интересно, что там будет продолжаться вообще. Потому что две концовки, собственно говоря, уже описаны. Ну, наверное, будет что-то такое. Так или иначе, давайте играться, давайте посмотрим, что это будет. Мне очень нравился мир Лимба. Я так понимаю, что это будет скорее какой-то платформер, нежели шутер. Но, может быть, нас удивят. Скорее всего, это шутер-платформер будет. И как это начать? Новая игра, господи, тут столько новых игр разных. Да, вот узник Лимба, мимолетное видение, осознанное сновидение, сонный паралич. О, прикольно, кстати. Опять моя любимая тема насчет осознанных сновидений. Когда-то пытался этим увлекаться, но что-то не очень. Красочное воздушное приключение при пробуждении оставит лишь приятные воспоминания, желание обязательно повторить, осознанное сновидение, яркие краски, безобидные образы и гнетущее ощущение опасности. Проблема в раю случается, но в Лимбо нет ничего невозможного, и даже конфетам здесь найдется боевое применение. Липкие кошмары, заставляющие проснуться посреди ночи, тревожные образы, которые запомнятся надолго. Не всем удается победить своих внутренних демонов, отважитесь встретиться с ними лицом к лицу. Ну, как всегда, мы, скорее всего, выбираем средний уровень сложности. Хм, тут такая анимация даже. А здесь что с нами сделают? Понятно. Но вообще-то такое ощущение, что мы сами виноваты в этой ситуации, а он как бы вообще с нами ничего не делать не хочет. Да, я буду, может быть, немножко сговариваться, потому что, во-первых, сейчас 6:30 утра, я пытаюсь сделать это до работы. А во-вторых, не записывал я где-то 2 месяца. Короче, поехали. Принять. Надеюсь, все будет более-менее правильно. Собственно говоря, видимо, тот же самый кадр. Ну хотя нет, за руку нас здесь никто не тянет. Картинка красивая. Я вот единственное очень надеюсь, что драйвера Nvidia опять не сделали мне какого-то сюрприза. Ебучие пироги. А нет, в принципе, тот самый кадр. Только в концовке не было этой фразы. Но она бы там не очень подошла. Очень красивая картинка, я бы с удовольствием поиграл в отдельную игру с такой графикой. Ну, собственно говоря, это и есть отдельная игра с такой графикой. Аллея скорости. Что у нас тут, Соник будет? Чтобы дальше и сильнее получился твой прыжок, место старта поровнее, его ненавижу в таком плане стихи. И рули наискосок, если угол выбран верно, устремишься ровно ввысь и спокойно, планомерно к новой цели приземлись. Если есть чем поделиться, выбрать правильный момент, взмоешь в небо... В стихах это читаешь, смысла не улавливаешь. Хотя стихи я, в принципе, уважаю. Резко вверх гони на склоне, чтоб удвоить свой прыжок. Не забудь о наклоне, примени же свой рывок. Угу. Ну ладно. Короче, не уверен, что товарищ Нечаев будет уметь здесь разговаривать. Что и было доказано. Но посмотрим. Видимо, его мысли придется зачитывать. Да что здесь такое происходит, скажите на милость? Мы не пропадем, родной. Бывало ведь и хуже. Да что вы говорите? Ну, теперь мне легче. Теперь вытащить тебя будет несколько сложнее. Так, сначала придется пройти этот путь. Нужно зафиксироваться. Модуль «Восход» тебя больше не стабилизирует. Но это для нас даже к лучшему, верно?
Ну ладно, попробуем поиграться. Да, я про драйвера NVIDIA не договорил, надеюсь, что они не будут в стандартной системе заходить выше 100 градусов и дико шуметь, как у меня иногда бывало. Так, понятно. Не переживай, родной, все будет отлично. Найди место поспокойнее, там я тебе все объясню. Да вроде и здесь вполне себе спокойно, меня ж никто не заставляет этим всем заниматься. Я просто понять не могу. Вроде она говорит про рывок, я на рывок жму, рывок ничего не делаю. Что сделать-то надо? Яблок набрать? Я жму на shift. Хоть на что-нибудь сжать вообще поможет? Ну ладно. Это пока собирается. Двигаясь дальше и улучшая свои характеристики, мы приближаемся к истине в неизбежности конца происходящего. Такая вот в бойка. Мы получили достижение «Богатый урожай». Ладно, видимо, что-то я сделал. Чё, я не очень представляю. Ну ладно. Так, я могу бить руками. Раньше в Лимбо я этого делать не мог. Ну, здесь рывок. Работает, но как-то странновато. Иногда работает, иногда нет. Можно тебе рожу набить? Вроде нельзя. Мне странно, кстати, это какой-то прям добрый мир Лимбо. Так, это я, наверное, назад, да, поехал? Ну надо дособирать яблоки. То их как-то не все собрал. Давай, боец, отлично идет. Куда я еду-то, я вообще не понимаю. У меня тут какая-нибудь карта будет. Вроде я что-то делаю. Но как я это делаю, вообще не понимаю. Я определенно тут уже был, но в голове... Да невозможно субтитры читать, когда ты пытаешься уследить за тем, что здесь происходит. Не могли они все-таки озвучить, товарища Нечаева, хотя бы мысли? Я понимаю, что это накаление и атмосфера, но никто же не прочитает эти субтитры. Так, вот, кстати, да, когда прыгаешь, рывок более-менее работает. Вернее, не когда прыгаешь, а когда... срываешься. Впереди. Там мы сможем поговорить. Главное, слушай меня, и все будет в порядке. Я тут профи. Интересно, это наша именно жена, или это какое-то тоже наше подсознание? Да, а как? Подожди, меня еще вперед надо жать? Аж не вперед не надо жать? Когда я еду, что я делаю? Я просто еду, да? На shift ничего не реагирует. На alt что-нибудь реагирует? Так, вот рывок сработал внезапно причем. Как-то он очень не хочет реагировать. Где у меня остались какие-нибудь яблоки вообще? Ну ладно, поедем пока здесь. Не знаю, кстати, эта рыба опасная. Так. Что-то я запутался. Теперь меня вообще не пускало никак управлять своим движением по этой штуке. Тут рывок сработал, там не сработал. Так, еще раз. Работает. Не работает. Что я делаю не так? Или я тип скорости не донабрал? Наш разгоняться-то не могу. Ну, поехали сразу понизу. Ладно, что-то получилось. Ну. И чё? И как? Моя не понимать. Вашу мать. Или я рывок как-то накапливать должен? Стопорился на одном месте. А скорость где-то растет. Где-то скорость растет. Как всегда, я начал дополнение, у меня ничего не получается. Может, я все-таки в момент прыжка еще прыгать должен пытаться? Да и на пробел попробуем. Пробел нифига не делает.
Ладно, вырезаю, пока не получится. Просто вы можете считать меня идиотом, но я нажимаю на все, на что они советуют, оно просто ничего не делает. О, здесь можно прыгать. Мне это поможет. Ой, я сломал ее. Это уже не прыгается, не ломается, да? Так, вот что-то получилось, ладно. С первого же раза причем. Ну, опять я напоролся. А как у меня это получилось? Как-то оно очень странно работает. Типа мне надо не жать постоянно вперед, а жать и рывок, и вперед в этот момент. Что-то начинает получаться. А, может мне не зажимать shift, а нажимать shift надо. Ну тогда возможно. Как-то я уже продвигаюсь вперед. Ага. Вот здесь запарываюсь. На кону бубенчики, да понятно. Джингл, блин, Беллс. Йо. Здесь я... Стрейфиться нельзя. Подожди, он умеет рывок. Ё-моё. То есть мне надо именно мышкой управлять еще, куда я двигаюсь. Ну ладно. Ладно, сейчас я соберусь, подожди. Хорошо. Так, я куда-то продвинулся уже, да? Вообще, куда я забежал? Я, по-моему, побежал куда-то не туда, куда надо. Почему у меня там по-прежнему какие-то 30% наверху уже 100 лет торчат? Так, ладно, я куда-то двигаюсь. Ну да зацепися! Пися, пися, ея, впереди. Так, есть. Домик. Пофиг на яблоке. Все, есть. Мы добрались куда-то. Сейчас я тут немножечко осмотрюсь. Вдруг я тут чего-то не нашел. Итак, мы в Лимбо. Оба. И я очень хочу это исправить. Ну, вообще, мне тут нравится. Может, я не все понимаю, но скоро память начнет возвращаться к тебе, и ты полностью освоишься в этом мире. Тогда мы найдем выход отсюда. В твою голову установлен модуль «Восход», помнишь? При помощи этой штукенции тебя можно было окунуть в Лимбо, и она же блокировала твою память. Точно, я начинаю вспоминать про эту дрянь. Вот же дерьмо. Да, но не какие-то конкретные воспоминания обо мне. Хотя, конечно, это тоже. Она не дает тебе вспомнить, каким ты был до Болгарии. Поскольку Харитон Родионович больше не контролирует восход, ты скоро станешь самим собой. А потом ты покинешь Лимбо и поможешь мне. Идет? Простите, дамочка, но с чего это вдруг? Хотя, конечно, почему бы и нет? Вот ты и мне нравишься. Этим путем ты доберешься до недр своего сознания. Оттуда мы начнем карабкаться вверх к выходу. Так, было сохранение, это мне нравится, потому что точек сохранения тут нету. У меня по-прежнему почему-то 30 наверху. Ну куда-то мы должны двигаться. Ладно, пряничный домик уже был, ничего тут я подобрать. Подожди, там есть какая-то дверка наверху, может мне туда забраться надо все-таки? Я вот понять не могу, я на этих штуках могу прыгать как-то сильнее или нет? Стрейфинге не работает. Не стрейфинге, а шифтинге. Прыганье тоже не работает. Может, мне их как-то положить друг на друга можно? Я явно вижу там двери, явно эти прыгалки рассчитаны на то, чтобы я туда забрался. Как это сделать, я не понимаю. Может, я, конечно, какой-нибудь недостаточно разогнанный. О, печенька.
Ладно, поехали пока по сюжету, посмотрим, что происходит. Тут еще про какие-то монеты говорилось, а монет я вообще не вижу никаких. Ну, поехали направо, наверное. Вроде я более-менее разобрался, как тут двигаться. И как ты это сделал? О, монета была. Я не понимаю, как он это делает все. Он это как-то сам делает. А иногда не делает. Так, воздушный гимнаст Нечаев делен. Ну ладно. О, у меня добавилось 30-33. Видимо, я монету, что ли, подобрал. Вот сейчас он этого не хочет. Нет, хочет, не хочет. Не хочет, хочет. Не знаю, как это комментировать. Может, все-таки стихи перечитать надо, но мне же их никто теперь не покажет вообще. Или мне где-то по верхней плоскости надо ехать. Чтобы он прямо делал как правильно. Вроде сваливаться с нее он не хочет. А, подожди, подожди. Е-е-е-е-е. Я добрался. А как здесь теперь остаться? Так, залезай. Это нечестно. Не хочет залезать. Он реально залезать не хочет. Но он же здесь оказался, именно чтобы оказаться здесь. Даже да, еще раз попробую этот же путь сделать. У меня вроде начало получаться как-то немножко. Или подожди, это уже не тот путь. Я что-то не помню вообще, нам объяснили, нахрена эти яблоки нужны. Так, погнался за тем, зачем не надо, ладно. Так, подожди, 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 мы здесь ехали, да? А почему у меня там вообще яблоки остались, если я там уже был? До сих пор все-таки не понимаю, почему товарищ Нечаев превращается в этого снежного человека. Видимо, так, конечно, положено. Да ты хватит об стенку биться. Одно и то же. Вообще, я видел по трейлеру, здесь враги должны быть. Ну, дайте хоть врагов немножко разнообразить это все. А все-таки падать ты умеешь, да? Да, блин. А хоть... О, кстати, таблеточки лежат везде. То есть не одними яблочками все сильны, можно и таблеточками. Айо. Не, все, мне не нравится в эту сторону. Поехали в эту сторону. Кстати, не знаю, этот сгусток энергии нам опасен или не опасен. Так, яблоки, блин, опять. Ладно, яблоки есть. Яблоки, блин, ела. Так. Я просто с управлением не могу разобраться. Мне только мышкой надо работать. С кнопками в бок вообще не надо. Или как вообще? Хоть товарищ Нечаев перестал разговаривать. Я на субтитры не отвлекаюсь. Держись, зараза. Все идет как надо. Ну конечно, накаркал я. На субтитры не надо отвлекаться. Я забыла, с кем говорю. В общем, вы мне читайте, я потом... Потом расскажете мне, что было в этой игре. Решение идиотское, абсолютно. Просто абсолютно. Я понимаю, это троллинг легкий, но он раздражает. Так. Стоять, держаться. Так, вроде мы где-то... Так, нет, подожди, я здесь уже... Уже был. Ты опять уперся. Так, внимательнее. Ничего не видно. Так, ладно. Идем за яблоками хотя бы. Ладно, хотя бы количество смертей тут, я надеюсь, не ограничено. Хотя, наверное, в конце нам это где-нибудь напомнят. Так, ну ё-моё. Теперь на это напоролся. Ладно, ну вы, наверное, помните, как предыдущее дополнение начиналось.
Там же тоже сначала надо было по каким-то этим лифтам, платформам бегать. Потом стало все как-то поинтереснее. Я очень надеюсь, что это тоже такое вступление, как бы сказать. Ну, я думаю, в этой игре, конечно, платформинга будет побольше, чем в том дополнении. Не падать. Не падать, не падать, не падать. Так, совсем не падать. Так, я здесь. Даже я здесь уже был? Ладно, подожди. Мне надо разбираться в механиках. Ага. Когда я смотрю наверх, он пытается подпрыгивать. Когда я смотрю вперед, он едет. А, ё-моё, какой идиотизм. Тут подпрыгивать надо мышкой. Ой-ё, ну ладно, хотя бы это я понял. Может быть, я таких игр просто не знаю, я с ними редко встречался, но это очень нелогично. Хотя будет меньше стука клавиатурой, конечно. Хотя вот рывки они по-прежнему говорили, что надо делать. Короче, что-то я... Ну, примерно понимаю, но не очень. Ну да, прыгать надо мышкой. Куда направляешься, туда и прыгаешь, типа. Ладно. Прошло всего полчаса, я разберусь. Я никогда в такое управление не играл. О, мы куда-то... А, подожди, тут... Ой-ё. Я в такое управление не играл. Кстати, а я же мог, наверное, на этот балкончик тогда запрыгнуть, если управлять мышкой. Ну ладно, нам пока что надо посмотреть. Я думаю, это перепроходимая штука потом. Пока что у нас задача просмотреть. Просто я вообще не понимаю теперь, нахрена мне это ускорение? Вернее, не ускорение. Ну да, ускорение, стрейфы. Ну на shift, короче, то, что делается. Собраться с мыслями здесь крайне сложно. Блин, дай на балкон попробую запрыгнуть, а. Я сейчас более-менее разобрался все-таки. Более-менее. Скорее, менее, чем более, конечно. Угу. Я вообще лечу, пропуская эти самые штуки. Так, вот. Можно попробовать. Только не перелети, родной, блин. Последний раз. Мне кажется, там что-то полезное должно быть. Что-то они, конечно, прям очень мало всего объяснили. Не знаю, что рассказать вам. Могу рассказать, например, что я надеялся запустить эту игру намного раньше. Но что-то давно я в требовательные игры не играл. Внезапно обнаружил, что у меня начала очень сильно шуметь есть. Начала очень сильно шуметь помпа на охлаждении процессора водным. Видимо, мне придется менять охлаждение. Вроде я как-то настроил, чтобы она не попадала в запись. Но на больших настройках прям да. О! Каким лишним здесь кажется огнетушитель. Ладно, мы сюда зачем-то добрались. Калории. 2H2O, водка. Это, кстати, по-моему, не рисунок, это, по-моему, все-таки фотография реального человека, хотя не факт. Ладно, зачем мы сюда забрались? Что здесь есть? Так, вас мы уже видели в оригинальном Лимбо. О, монетка, Вот сейчас подберем монетку, что она даст? Подберем монетки, нам это дает две монетки. Вместо одной. На шкалу с 36 вообще ничего не влияет. Ну ладно, что-то полезное сделали уже, хорошо. Прошу меня простить, вы что за чудо-юдо, сударь или сударыня? Где ты видишь? О, полагаю, у вас есть что-то изысканное, и не для этого мира, возможен ли бартер? Ой-о. Ой-о. Ты реально, ты кто? Джаба-хат в нашем варианте? Ага.
льдинки для вас есть глазурный привет, поздоровался, раз и тебя уже нет. Так, я понимаю, это подарок, это мы получим всегда. Ладно. Вы можете использовать этот облик оружия в основной игре, выбрав его в доп-контенте. Внимание, особенные визуальные эффекты выстрелов работают только в мире Лимба. Ладно. Угу, ну и за монетки я могу покупать что угодно. Паштетом я обычно не пользуюсь, но нам, наверное, надо на звездочку накопить, как минимум. Хотя, конечно, лучше накопить вообще на всем. Ну, как меня бесит, что они здесь все в стихах сделали. Ладно, хотя бы поняли, зачем это все. Ну, реально, здесь столько гантелей золотых лежит. Почему их нельзя подбирать? Так, ну мы здесь ничего не пропустили, да? Собственно, сюда мы скорее за этим мужиком ходили, нежели за чем-то. О! Материям, в пример, мы поставим полимер. Знает сотню применений даже юный пионер. Ну это мы видели, это в обучении показывается. Не в обучении, а в том, когда выбираешь это все. А! А я мог туда не залетать, я мог туда подняться. Я что, домик просто недоосмотрел, что ли? Или ты та женщина, которая со мной разговаривает? Она же говорила, что мы сможем пообщаться спокойно в этом домике. Ну ладно. Не, пойдем все-таки попробуем подвигаться вперед. Это у нас получилось. Ну, пойдем тогда, значит, пытаться что-то делать, чтобы у нас получалось еще и дальше. Зачем графа, которая наверху, я, признаться, не понял. Подожди, куда нам надо? Сюда или туда? Я что-то запутался. А мы нам сюда надо. Ну вот понять не могу, этот проводок, это типа... Хотя их тут несколько. Я думал, что это показывается оптимальный путь, как бы. Но, наверное, все же нет. Так, ладно, долетаю уже до сюда. Ой-ой-ой, ударюсь. Вообще не понимаю, как с этим именно рассчитывать. Какие-то замки летают еще. Интересно, они чисто для визуала, или все-таки до них, если прямо захотеть, тоже можно добраться? Блин, мимо всех яблок пролетаю, но пока задача как-то... Показать то, что скрыто. Ну, кстати, да, показать то, что скрыто, вполне задача. Мы же хотим продвинуться вперед. Да йо-йо-йо-йо-йо, ну нельзя осматриваться просто. Я начинаю осматриваться, куда мне лететь, и я начинаю туда поворачивать. Ладно-ладно, стоять. Слушай, а вот здесь вот вообще куда? Зачем? Почем? Так, удержались, ладно. А оу-ту-ту-ту-ту, вот здесь мы еще не были. Так, очередной домик. Есть, в дырку давай. Интересный мир, правда? Я тут уже 3 года, и все еще вижу много нового. 3 года? Не знаю, смог бы я так же. Да, технически это сон. Застывшая вспышка между жизнью и сном в твоем случае, и смертью в моем. Лимба живет своей жизнью, хотя каждый видит его по-своему. Мне нравится, что ты так легко об этом говоришь. Нужно быть сильным человеком, а чтобы пережить такое. Восход так сильно подавляет твое сознание, что я удивлена, что мы не 2 белые палочки на черном фоне, которые кидают друг другу квадратик. Чертов восход, их раз. Черт меня попутал, вспомнил. Ну, довольно красочно. Бабочки, печеньки, облака в виде какашек. Красота! Не хмурься. Я просто рада, что могу наконец говорить с тобой. Сейчас тебе нужно продолжать путь. Веселье только начинается. Да посмотрели мы уже на ваше веселье. Мне, кстати, интересно. По-моему, я там, когда падал за монеткой, не посмотрел 2-й этаж. Скорее всего, там на 2-м этаже тоже что-то есть еще, но я очень на монетке сконцентрировался. Но вот нету у меня здесь прыгалки никакой рядом. Хотя, может, я с телевизора смогу запрыгнуть. Хорошему надо, конечно, это еще раз пройти и вот на этот 2-й этаж попытаться попасть. Но так не хочется пока что. Хотя вообще не знаю, что там может быть. Но это не 2-й этаж, это чердак скорее.
Кстати, в бассейне я буду купаться или ходить? Нет, я буду ходить по воде. Ну ладно, по желе, не по воде. Кстати, да, желе, оно прям бьется. Так, куда мы не ходили? Откуда я пришел? Вот у меня главная проблема. Тут все такое одинаковое, что я теряюсь, откуда я пришел. Я не понимаю, вот эти штуки я бью просто так или зачем-то? Так, пришел я оттуда. Там кусочки мозаики. Значит, куда-то сюда нам, да? На этом я прыгать не могу? Не, не могу. Наверное, еще где-то один участочек такой надо пройти. О! Так, но тут ты быстро разберешься, что делать. Трудовые будни, но победить придется всех. Вы что, играете? Ну хотя бы игра немножко дала разнообразие. Чур я тут за главного. А если бы я не купил этот топор, то... Чё? А, надо вот так, понятно. Ага. Допустим, так было задумано. Чё, блин? А, всё-таки с вами драться надо. Ну ладно. То есть вас надо подогнать вот сюда и потом в мишень зафигаривать. Забавная штука, ладно. Начинаю немножко прощать это DLC. Так. Ну надо, чтобы они ближе сюда были. Не успевать от них отбегать еще. Опять 2 к 5. А чё я все не попадаю-то никуда? И 3 к 5. Кстати, я думал, что их останется поменьше, а их что-то столько и остается. Ну ладно. 4 к 5. Долети. К 5. Ага. Золотая пчелка золотая пролетела. С монеткой, блин. Слушай, наверное, из-за ней что-то делать надо. Ты куда летишь-то, родная? Ты что с тобой делать? Ты меня сейчас уронишь куда-нибудь. Как до тебя добраться? Куда тебя загонять? Или ты потом сама где-то окажешься? Вот там она вроде на моем уровне летает почти. Она в какой-то своей траектории, одной и той же летает. А вот где она окажется, чтобы я смог ее перехватить? Но я смогу ее с крыши перехватить. Для этого мне на крыше надо оказаться. На крыше оказаться мне заново, блин, этот... Весь путь проделывать надо. Хотя, кстати, вот здесь вот где-то тоже похоже, что она есть. Нет? Нет, скорее всего, здесь я до нее никак не доберусь. Видимо, только с крыши. Ну ладно, пока что летай. Я понял твой принцип действия, но делать с тобой ничего не хочу пока что. Я хочу дальше посмотреть. Ну, вытягин. Бери себе оружие и продолжай путь. Чё, на удачу? Ну, дробовик, кстати, неплохо. А чё, тебя... Подожди, я на тебя монеты трачу или чё? Нет, вроде. Вы приобрели новый навык криогенная струя. А, я со... Я яблоки трачу на это. О, это я удачно зашел. Подожди, а почему здесь на два места можно я вжать? А, я могу выбирать скин, типа. Или подожди, или это... А. Теперь я еще... А, теперь я еще автомат подобрал. Давай яблоки спускать на него. Не знаю зачем, но я не знаю, когда он нам еще встретится. Красный выбор, Сережа, благодарю, Сережа. Ага. Могу улучшить это, могу что-то взять. Давайте это возьмем. Вы приобрели новый навык, быстрый как молния. Возможность уклонения восстанавливается быстрее. Блин, я думал, у меня скорость вырастет.
Ой, как дорого. А, 125, 125 яблок за кручение, черт. Ну ладно, давай это сделаем. Это я просто скин оружие поменял. Ну фиг с ним, ладно, поехали. А, подожди, а куда поехали-то? А, сюда поехали, значит все правильно. Ладно. Наверное, еще один такой участочек можно пройти, и хватит пока что на сегодня. Не знаю, на сегодня, не на сегодня, но на этот заход. Так-так-так-так-так, лети-лети-лети-лети, лепесток, блин. Ну, куда? Подожди, где я? Ладно, я куда-то прилетел. А, нет, подожди. Я никуда не прилетел. Я здесь был или я сюда прилетел? Не, я сюда прилетел. Хм. Вообще за разбивание этих штук ничего не дают. 58. Ой-о! Привет. Как дела? Ты же этот. А, ну ты убиваешься не так сложно, как он, к счастью. Видимо, иногда из них что-то вылезает. Да, за эти попрыгушки дается что-то, это хорошо. Почему за его убийство ничего не дается, не очень понятно. Ну ладно. Куда мы двигаться-то можем? Так, двигаться мы можем сюда. Ну, поехали сюда, ладно. Так вот я не понял вообще, куда сюда. Ну, дорога из яблок нам показывает, куда. Хочу попросить тебя кое о чем. Когда ты выберешься из лимба, пожалуйста, найди то, что осталось от робота-близняшки. И отыщи кольца, которые тебе пришлось выбросить. Благодаря им мы навсегда исчезнем для коллектива. Ну, у меня у самого лапы чешутся выбраться отсюда, кольца, да, с кольцами неловко вышло, исправим. А я, признаться, не понял, откуда у робота-близняшки кольца-то? Или это отдельные части головоломки, найти робота-близняшку и найти кольца. Так, было сохранение, это хорошо. Кто-то... Звуки, блин. Что за звуки? Кто здесь ходит? Так, ладно. Давайте смотреть, что здесь есть. О, из них тоже иногда все-таки что-то выпадает. Подожди, здесь было F или мне показалось? А, у меня Q есть. Да, Q это заморозка, как оно и было. Ага, и заморозка еще не останавливается, пока не отработает до конца. Ладно, заходим в домик. Ну и конечно, ты все правильно понял. Я Блесна, Катя Нечаева. И если модуль Восход все-таки снова затер эту информацию обо мне... Не сомневайся, я — это я, твоя жена. Да все давно поняли, Катюш, это уже ничего не затрет, но посмотри на нас, пушистое чучело и летающая капелька, тот еще так союз. Вот, я не просто кусок полимера. Дмитрий Сергеевич называет эту форму слеза. Я официально первый разведчик в потустороннем мире. В общем, мне есть чем гордиться. Но видишь ли, я очень хочу покинуть это место. Наверное, понимаю тебя. Ну, собственно говоря, это, по-моему, прекрасная концовка для того, чтобы закончить первую серию. Тут такой прям накал был немножко разнакален. Так, ну ты мне продаешь по-прежнему то, что ты мне продавал. Так что давайте на этом попрощаемся. Была это первая серия по DLC «Узник Лимба». Впечатления пока немножко смешанные, но чем дальше, тем вроде оно немножко поинтереснее становится. Надеюсь, дальше будет еще интереснее. Пока что был Курящий из окна, смотрите, подписывайтесь, донатьте по возможности, это приятно, полезно, недорого, последний раз было месяц назад с лишним. Буду рад. Ладно, до свидания. Кстати, можете я того? Нельзя. Ну и хорошо. До свидания, пока. Пока.